Отпускай его, отпускай, хай летит. Только недалеко отпускай. Тёмику захотелось воздушного змея. А играется мама. И на детской площадке Рамштайн играет. Ну, у нас сегодня вообще все круто. Вообще, вот так. Шикарно. Да, да, уже высоко. Народу здесь просто нереально. Офигеть. И с этой стороны, вот смотрите, а мы вот там вот лежим. Круто? Конечно, круто. Слышишь? Конечно. Ребята, смотрите, сколько у нас медуз. Я думаю, видно, вон большая. Ну, тут и куски медуз плавают, конечно, и сами медузы. Но сегодня вообще медуз прям нереально. Сегодня реально очень много. Так, иди сюда, чтобы было нас слышно. Да, а то мы на волне распушили, тут ветер. Короче, а что короче? Не знаю, что короче. В общем, мой народ, здесь уже пятый день. Ой, блин, да. Мне эта медуза нравится. Смотри, она прям целая, походу, да? Смотри, да. Но она без этих, без щупалец. А, без щупалец все равно. Классно, но все равно. И мы короче, здесь, мы да. Мы здесь 5 дней уже. И еще в будем порту, дня 3. На Черном море. Да, еще несколько дней здесь будем. Короче, все такие видео, самые-самые, вы можете увидеть у нас на основном канале. Увидите, потому что мы здесь, и видео выложим это вам сегодня, а завтра? Да. Да. Смонтировать его здесь нету. А все остальное вы увидите чуть попозже на основном канале. Мы здесь были и вот там, вот на вот том вот острове. На островах были, там катались. Боже, и на аквапарке, на вот этом здоровенном. Вот на аквапарке. Возможно, еще сейчас за эти 3 дня что-то придумаем, где-то нас занесет. Да. На квадрике мы же покатаемся. Ну, такое, то есть. Реально интересно, здесь прикольно. Я думаю, будет на что посмотреть, что увидеть. Присела, эти игрушечные, наверное, села на воду такая. Чайки, блин, реально как игрушечные. На волнах так, оп-оп-оп-оп. И вот, смотри, блин. И самое что интересное, ноут есть, ноут у нас, как говорится, слабенький, старенький. Мы хотели купить, но не успели, уехали на море. Чуть-чуть. Так что, блин, и не могу их смонтировать. Я попробовал смонтировать, возможно, но преобразовывается видео короче, очень у нас долго. Одно видео Сережа попробовал, сделал, все отлично получилось, но чтобы оно преобразовалось, сделалось, там написало более 3 суток. Ну, там, примерно. Короче, дня 2 точно бы оно делалось. А это куда же оно годится? Так что... Поэтому, короче, сейчас выпустим небольшой такой вот этот вот ролик, чтобы вы понимали, что к чему, зачем и почему. Да, чтобы были в курсе. Да. А все остальное вы увидите на основном канале. Да, так что, народ, так все. Что... Ребята, давайте. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наших на 2 канала, на основной и на лайв-канал. Ссылочки все в описании. Всем спасибо, всем пока. Да, всем пока, народ. Пока-пока.